Так, зашел я выпить чаю, потому что разгребаем завалы. Не скроешь этого, попали в здание облдержа администрации. Фотку сейчас покажу. Развалили пол здания. В кабинет попали ко мне, сволочи. Весь запас айкосов потерял. Так, смотрите, по людям, по жертвам. Ходим под Богом. Большинство вышло, спаслось чудом. Понятно как, сейчас 8 гражданских под завалами, которые, надеемся, вытащим, ищем. Больше 100 вышли. Ну, не знаю, 50-100 давайте так. Трое военных тоже ищем. Пока месть, как это сказать, нельзя сказать, что хорошо. Ну, минимальные потери. Все пока ищем, то есть пока без определенных 200-х. Ну, давайте смотреть на это с хорошей точки зрения. Что это означает? Это означает минимум, что оккупанты передумали наступать на Николаев. Почему? Потому что, ну, в классике, если ты собираешься что-то захватывать, тебе нужен пункт управления областью, куда подведены все коммуникации, сети, там, управление, связь. Короче, не поняли, что Николаев они хер возьмут, и решили мне передать привет, ну или нам всем. Передали, спасибо, привет получили, выводы сделали, будем, соответственно, реагировать. Всем добра, работаем.